Спасибо большое. Почему не показывают эфиры? Какие? Все эфиры показывают. А на Рутубе будет ББС пятница? Конечно, будет. Спасибо большое. Пусть домой Джордан, мне кажется. Видишь, Бермуд, Смецк, Джордан. Да, это новая фишка. Ну, мне кажется, это интересно, прикольно. Я еще не знаю, против кого я не решила. Я буду смотреть по агитации. Да, чуть-чуть я так по секрету взяла телефон. Ее нужно часантом платку, Юля. Да, со стыд общаемся. Ебара. Что за ебара? Так, когда лобная? Лобная, наверное, в 7 часов у нас будет сегодня. Да, они прилетели не на кухню сейчас. Я не знаю, если они помирятся, если честно. Кто-то из них должен быть умнее. Кандакаса. Кандос Фидиски с граница. Белая выставила сторис, удалила сразу. А что она там выставляла, вы не помните? Я на 4 года старше Максима. Тебя хорошо. Я бы еба, я бы, я бара. Короче, подписывайся против ебара. Максим уже храпит. Короче, пусечка, у нас тут разделились. Максим, вон он. Вы спите здесь рядом со мной. Короче, я спросила тут, кого бы выгнали зрители, и они разделились между Джорданом и Ебаровым. Но больше у меня против... в эфире колхозник Игнатий Ебарова хотели. Спасибо большое. Прямой эфир, да, я думаю, будет. Только я не знаю, кто его сегодня будет вести. Мы не часто сидим в телефоне, если часто, в течение дня раз или два мы заходим в телефон. Я вообще практически не сижу, если только надо рекламу снять. Где бы я хотела жить в будущем? Там, где Максим скажет, захочет. Кто из девочек ближе на проекте? Ну, сейчас я общаюсь с Викой больше. У меня 170. А был эфир на понедельник. Ну, где-то 2 часа и лобные, и ГБ. Здравствуйте. Макс, раз... Макс, ты хочешь по Молдову? Ну, можно бы что там. Вот он, Максик. Правда он красивый? У меня 3 татуировки, но я хочу еще. Вика где-то с Никитой. Привет, Латвия. Да, конечно, я буду поддерживать Артура. Он же мой друг. Я не прав, он врет, не верьте ему. Он провокатор. Короче, он провокатор, не верьте ему. Как у меня все хорошо. Спасибо. Такс. Вот вы там все еще не отупели в вашем петушином зоопарке. Но, как видите, уже тупеем. Максим против кого будет голосовать? Наверное, пока останусь так же, либо Ебаров, либо Метка. Либо Ебаров, либо черная метка. Просто есть сразу. Ебаров. А, приветики. Ну, блин, играет ничего нет. Ебарова гнать может. А, кстати, вчера, смотрите, вчера, я не знаю, если это можно говорить, но скажу по секрету, вчера, так как Ульяна и Марсиага решили войну вести против Ебарова, Бусова предложила сделать зрительское голосование, чтобы вы решили, кто покинет проект. И хотели поставить Ебарова, Марсиагу и Ульяну. Вот из них троих кого бы вы выгнали? Вы выгоняете. Я вешу где-то 49-50. Нет, я не ношу линзы, но я хочу голубые. Как на рынке. У тебя вся жизнь по сценарию. У нас, кстати, ребят, смотрите, насчет сценария задают вопросы. У нас нет сценария, когда мы бы их учили. Вот у нас же времени поспать нету, когда мы бы успели выучить какие-либо сценарии. Колхозник вообще офигенный, с Максом оба смешные, да. И такое.
Ну, мне из блогеров нравится Ивлеева. Да, у них все хорошо. Спасибо. Максим Бабник. Был бабником, сейчас он уже не бабник. Его девушка есть. Почему ты заряжаешь этой зарядкой? Она же китайская. Есть же оригинал. Че ты плачешь? Он меня обнимает. Так, а кто живет в вип-доме? Никто. Подожди, сейчас я встану. Говорят, шуршит динамик. Сорян, извините, мои любимые подписчики. Так, сейчас. У меня все хорошо. Спасибо. Да, у них все хорошо. Привет, Изуфы. Привет, Уфа. Мое лицо как? Вот так вот сейчас. У меня выскочили, где царапины, прыщи подкожные. Надо к косметологу срочно. Я с Ильяной больше не общаюсь. Спасибо. У меня глаза блядские. Ну, спасибо за это. Какой рост? 179 у Максима. Марсиагу. Марсиагу, Ябарова, Марсиагу, Ульяна, Ябу, всех. Марсиагу 100%, Марсиагу, Марсиагу, фу, прям как лягушка, Марсиагу, Ябарова или Марсиагу, Ябу, Марсиагу, Ябарова, всех троих домой, шлюх Марсиагу и Ерша Ябарова. Шучу, я бы Ябарова выгнала. Обними Макса. Какой рот широкий. А открой рот широко, зачем, я не пойму. Марсиагу, Ябу, всех. У вас ночь? Нет, у нас не ночь, у нас 3 часа дня. Марсиага, это очень красиво. Спасибо. Как все там проходят ссоры? Просто так ссоры из-за того, что не сходятся мнения. Максимке привет. Максимка, а тебе привет придает. Привет. Спасибо. Короче, тут если между Марсиагой и Баровым, то ты на него легла? Нет, он на меня лег. Максим очень изменился, да, я тоже заметила. Спросил, в хорошую или в плохую сторону. В хорошую или в плохую сторону Максим изменился? Бедняжка, тогда все хорошо, все нормально. Кто сделал разгром на ВБ? Увидите через неделю. Я вчера просто смотрела, что это было. Рада, что вы помирились, Максим. Спасибо. Ты прошла во второй этап ЧГ? Нет, но я думаю, что через год войду. Шрамы остались, да. А Макс общается с Ульяной? Макс, ты общаешься с Ульяной? Нет. Да, у меня ресницы нарощенные. Я отмечала девочку, которая мне делала ресницы. У Кристины, я не знаю. Не знаю, какой у нее рост. Марсиага. Как тебя, Нита? Хорошо. Так грустно за тебя, такая красоточка. Да, я думаю, я их уберу чем-нибудь. Ульяна, Марсиага, Ябу. Почему с Ульяной не общаетесь? Ну, посмотрите эфиры. Где будете на Новый год? Думаю, в Уфе. Да, Макс? Приветики. Спасибо, Ляна и Марсиагу. У меня 170 рост, салат кишнел. Конечно, общаемся. А Марсиага – это недоразумение. Да, Ибаров разозлился из-за того, что Настя не пришла в ЧГ, из-за того, что голосовали не за Настю, а против Насти. То есть, типа, кто бы не был в паре с Настей, то голосовали бы за того человека, лишь бы только Настя не пришла. Но это неправильно. Настя же ни в чем не виновата. Макс нюхает ли же? Да, конечно.
Какие качества нравятся в Максиме? То, что он искренний, он никогда не врет, он добрый и ласковый, и заботливый. Все мне в нем нравится. В хорошую сторону все пишут, Максим, что-то поменялся. Он лапуля, да, он пусечка. Хороший. Луцемеск. Клава скучает по Моргену, я не знаю. Почему на тебя не подписывается? Кто? Ко мне подписывается? Кто подписывается, кто отписывается? Можно в личку написать по поводу. Хороший изменился салон. Брови шикарные. Спасибо, я их крашу просто. Я хочу сделать перманент. Спасибо. Губы, да, мои. Я хочу и сделать, убрать вот эти вот. У меня рост 170. Привет, Ангелина. С Моргином все хорошо. Любимый фильм, сериал. Так, сериал мой пока любимый, это потому что последний, который я смотрела, это «Элита». А фильм... «Достать ножи». А Максиму какие качества нравятся твои? Максим, какие качества мои тебе нравятся? Максим, что это такое? Все. Сказал «все». Это когда лень отвечать, просто говоришь «все». Спасибо. Я знаю, я чуть позже скажу. Он просто влюбился. Скажи Максиму привет, я фанат и друг Максима. Привет. Нет, нам продукты привозят, мы их заказываем. Мне этот худи подарила Катька Михадуй. Мне кажется, Макс стал часто спать. Он и так до сих пор часто спал. Сейчас он меньше даже спит. А я больше, чем он сплю. Можешь сесть, тебя плохо видно. Ну, я хотела полежать. Только и спят. А нет, неправда, мы работаем. Мы вчера с Максимом легли в 6 часов утра, как и обычно. Спасибо. Когда Марсиаго идет с проекта, мы не знаем. Макс реально брат Ильшар, они двоюродные братья. Когда Максим женится на тебе? Я не знаю, сейчас храпит, спит. Слышь, Максим, когда женишься на мне? Вы можете попросить, я не знаю, если получится, просто смотрите, у меня есть трещинки вот эти, вот. Я хочу их убрать. Посмотри, ну, мне нравятся «Острые ножи», «Дневник памяти», а что мне еще нравится? Ну, мне многие фильмы нравятся, я больше по ужастикам. Хватит лежать, я только легла. Когда с проекта, а что, вам мешаю? Спасибо. Во сколько покрасилась? Это бартер. И тишина. Тишина чего? У вас 3 сына будет? 2 сына и 1 дочка. Как он общается со своим братом? Он общается. Я все ем, кроме печени. Что убрать? Какая Маша? Какая фамилия Макса по паспорту? Моргенштерн. Ладно, ребятульчики. Фантастику так себе. Ты вроде бы читаешь, лежишь. Ну, смотрите, тут много сообщений. Я не успеваю все прочитать. Привет. Ссорились. Боже, помирились. Мой рост 170, вес 50. Ну, вот эти вот трещинки на губах. Макс, что храпишь? Ну, может, неудобно лежать. Так лежь нормально.
Я Макса люблю, я его тоже. Ce să vă zic în limba română? Salutare la toți! Нет, не делала, но хочу сделать. Нет. Спасибо. Потому что Лена лицемерка. Салутари. Нет, нам не скучно, мы просто зашли с вами пообщаться. Вот он, Максим. Он спит. По цифрам ты агрессивная, а в жизни классная. Спасибо. Хорошо общаюсь.